Всем добрый день. Здравствуйте. Кто соскучился за Виктором Владимировичем? У него сегодня выходной, и мы вышли погулять. У нас отличная весенняя погода. По прогнозу, сегодня солнечно, а с завтрашнего дня начинаются дожди. Я немного хромаю. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, что немного. Кто занимается танцами, тот знает, что суставы достаточно подвижны. Это моя проблема, может, мое преимущество. Очень часто на ровной поверхности нога просто вот так, ступня параллельно поверхности складывается. Вчера на проезжей части просто переходила дорогу и услышала такой хруст. Дальше думала, не пойду. Ну, перешли дорожку, немножко постояли, похромала, домой дошла нормально, потому что вчера было холодно. И, наверное, это сыграло свое. Но к вечеру нога немножко отекла, и было достаточно больно. Думала, или надорвала связки, но, скорее всего, сильное растяжение. Вот такие дела. Мы идем малютке покупать шапочку, потому что у нас нету весенней шапочки. И прокомментирую, как всегда. Во-первых, хочется пожелать моему зрителю, чтобы вы, если смотрите, то хотя бы с уважением относились и ко мне, и к нашей семье, и слушали то, что говорится в видео. Потому что в предыдущем видео говорила о том, что у меня температура, я хотела сделать рентген. Комментарий: вы думаете своей головой, зачем делать малышке рентген, если до 14 лет рентген или цифровая флюорография запрещены. Как-то так. Потом про прививки, что мы делаем прививки, поэтому ребенок у нас болеет. Говорю о том, что ребенку не сделаны прививки по возрасту, и мы все равно болеем. И о Харькове. О наболевшем, о Харькове. В каждом видео всегда меня упрекают в том, что я говорю что-то о Харькове, что я обманываю, что Харьков живет на 100%, что нету никаких обстрелов, что все ходят по тусовкам, работают рестораны. Да, я сейчас не в Харькове, но в основном многие знакомые вернулись в Харьков. Вот для сравнения, я не знаю, видно, не видно. Вот это город Сумы, как он живет сейчас. И, например, все-таки я вставлю сюда видео Харькова, которое мне прислали, как живет Харьков. Упрекнули в том, что я говорю неправду, что люди не боятся ходить, что все гуляют, все наслаждаются природой, ходят по парку и так далее. Во-первых, это выбор каждого, ходить, не ходить. Лично я, когда приеду в Харьков, я буду бояться ходить, потому что я пережила то, что пережила, и поэтому нормальная психика, наверное, сработает именно так. Работает ли там все? Да, все работает, потому что люди хотят жить, люди хотят развиваться, хотят зарабатывать деньги и кормить семьи. Но опять же, вот сегодня обстрел был Харькова. 9 выстрелов, Новобаварский район серьезно пострадал. Поэтому где лучше? Да, на данный момент здесь тише. Вот и все. И я говорю как есть. Всем спасибо, что смотрите, подписывайтесь, а мы пошли переходить дорогу. Вот есть вот такие, Виктору Владимировичу такой комплектик нравится. Вот чуть-чуть поплотнее шапочка и тоненькая шапочка. А вот дешево и сердито вот такие шапочки есть. По 69 гривен. А вот это вот? А мне очень вот такие нравятся, они тоненькие. Ну, не тоненькие, но 200 гривен. Сейчас не нужны. А вот еще такого цвета есть. Вот по 69. Ну, мне вот такая нравится, вот 69. И вот мы еще пришли вот такую боди купить, пока есть, 80 сантиметров. Вот купим вот такие бодики. Как ни странно, у нас нету боди, не поверите. Мы 69 сантиметров сейчас, у нас максимум боди 68, новенькие 74 есть. В секонд-хенде одно боди 70 гривен, цены какие-то занебесные. Поэтому сейчас Виктор Владимирович получил зарплату и купим вот такое. Смотри, вот мы еще нашли вот такую шапочку. Но она маленькая. Да, но она маленькая.
Блин, они вон, ну, а две вон, штучки остались. А чего? Вот, вот больше. Вот, сейчас нашли больше. А, ну, ура. Смотреть. У нас тут складчина, а, папа и бабушка. А, подожди, здесь как-то они, ну, без ценника, просто присыпаны. Ну, неважно, такая же цена. Ну, подожди, она грязная, или не грязная. Просто оборватая, видишь? Вот вам для сравнения суммы. Количество людей, гуляющих, идущих по своим делам. Просто нравится фасад цветочного магазина. Посмотрите, как красиво украшен. Класс. Пасхальное настроение уже. Вот вам немного исторического города. Это самый центр. Машины ездят, люди гуляют. Знаю, что и в Харькове люди гуляют, да, машины ездят. Но есть много но. Это выбор каждого. Мне понравилось, как моя мама сегодня сказала. Это выбор каждого. Так что, вернее, мы не выбирали ту жизнь, в которой сейчас живем. Но в тех условиях, в которых, да, мы есть, соответственно...